Привет, друзья! Как у вас дела? У нас сегодня вообще полный шухер. Полный шухер. Посмотрите, что делается. Метель. Метель метет. 24 апреля. Полный капец. Идем на речку. Решили искупаться. Шутка, конечно. Просто хотели пойти сходить на речку, посмотреть, какая красивая природа. Но нам помешал очень большой снег. Но мы решили сходить все равно. Посмотреть, что там творится на нашей речке. Ой, холодрыга. Ноль на улице. Опять ноль. А было уже плюс 10. Смотрите, метет не по-детски. Все, холодший снегу. Траву всю залепило. На ночь мороз. Представьте, завтра утром просыпаемся, а снега по колено. И что это будет? Как цветочки жалко, мои бедные. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Огурец мой там бедный сидит один. Наверное, уже сдох бедный. Я даже не открывала, не смотрела, чтобы холод туда не допускать. А вот и наша речка, которая практически пересохла. Видите? Какая маленькая наша речушечка. Это не речушка, это канава, которую прорыл коммунхоз или колхоз, не знаю кто. Речка раньше была вот там у нас. И эта речка, между прочим, никогда вот так не зарастала. Речка была как речка. Берега, травка и вода. А канава, посмотрите, как зарастает. И никто ее не чистит. Видите, остался узкий проходик. Никакого от потопа она не спасает. Ничего не помогает. Короче, все испортили. Нормальную речку закопали, в которой рыба водилась, и даже можно было искупаться. А эту канаву вырыли, и только в ней вон и грязь, болото и мусор. Это наша канава впадает в реку Неман. Если была бы хорошая погода, мы бы сходили, показали вам, какой у нас Неман. Но сегодня не пойдем. Рука у меня уже отваливается. Прямо отмерзла от холода. Так что в следующий раз вам покажу нашу реку Неман. Так, вот наши просторы. Вот наши красивые просторы. Все, друзья, всем спокойной ночи. Всем пока.